Всем привет, с вами снова Скуфобзор. Как вы видите, Скуф скатился, и теперь мы бухаем на улице. Сегодня у нас на обзоре клубничный кашель. Настойка довольно-таки мягкая, можно пить даже без запивки. А нахуй ты запил? Всем привет, с вами Скуфобзор, и сегодня у нас на обзоре клубничный кашель. Настойка довольно-таки мягкая, на вкус как клубничные конфеты, знаете, так. Только здесь у нас немножко присутствует алкоголь. В нашем обзоре она сегодня получает 7 из 10. Погоди. У нас водка, блядь, насколько ты помнишь, блядь, получает 0. Горит. У тебя ебать.